Сотрудниками межмуниципального управления МВД России Балашихинская в подъезде одного из домов по подозрению в незаконном производстве наркотических средств в городе Балашиха задержан 39-летний уроженец Республики Беларусь. При личном досмотре у мужчины обнаружен изъят сверток из полимерного материала с веществом растительного происхождения внутри. По результатам исследования изъятое вещество – тела плодовых грибов, содержащие в себе наркотические вещества – псилоцин и псилоцибин общей массой более 10 грамм. В ходе осмотра места проживания злоумышленника обнаружено и изъято 21 стеклянная банка и 3 шприца со спорами, 3 контейнера с проросшим субстратом и оборудование для выращивания грибов. Поймите, я хотел просто-напросто организационный вопрос меня интересовал. Как это все организовать и в каких условиях это можно? Поставить на поток, да? Ну нет, на поток в квартире это невозможно поставить. Ну продавать хотели их вообще, нет кому-то. К процессу выращивания галлюциногенных грибов мужчина подошел серьезно. С его слов, он изучил весь процесс на соответствующих сайтах. Это уже зарождаются грибы, да? Да, грибница зарождается. И порядка 3-4 недель получаем. Готовые грибы, да? Весь урожай грибов отправился в отдел полиции. Теперь это вещественные доказательства. Об истинных целях биологических опытов приезжего из Белоруссии полицейским остается только догадываться. Однако подозреваемый знал, что подобные эксперименты чреваты проблемами с законом. В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело за незаконное производство наркотических средств. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.